Всем привет! Сегодня будем менять лампы подсветки на мониторе. Для этого мы достанем старые, ставим новые в их корпус, ставим монитор и получим рабочую подсветку, поломав матрицу. Приятного просмотра! Вот наши новые лампы. Ставить их будем вверху монитора. Умерли у него эти две верхние лампы. Поняли мы об этом в предыдущем ролике. Посмотрите немного моментов, а также вам оставлю ссылку на видео. Мы его разбирали, чинили блок питания, потом включили и поняли, что не горят лампы, и дошли до того, чтобы заменить их. Поехали дальше. Итак, вот лампы, давайте сперва подключим их и проверим. Как видите, две лампы горят, все хорошо. Что ж, приступим к разборке модуля и заменим верхние две лампы. Итак, через секунду у меня уже все разобрано, все по отдельным частям. Это у нас матрица, тут подсветка и рамка матрицы. Все рамки просто на защелках. В конце видео увидите, ничего сложного. Далее разбираем подсветку. Разбирается она путем снятия с нее вот этой железной крышки. И у нас появляются две наших подсветки. Верхняя и нижняя. Нижняя выглядит вот так, полностью исправная. А верхняя, как видите, здесь в самом начале лампы перегорели. Поэтому монитор у нас и не включался. Что ж, приступим к замене. Так как у нас лампы одинарные, придется их доставать из корпуса. Поэтому разбираем их. И делаем это очень аккуратно, они очень хрупкие. Для начала разрезаем скальпелем скотч. И достаем провод, который идет по корпусу. Он приклеен, освобождаем его. Дальше лампы стоят в резинках, которые закреплены в корпусе. Снимаем их путем отгибания защелок на железном каркасе. Отгибаем защелки и выдвигаем резинки. И вот так у нас лампа оказывается в руках. Медленно, аккуратно, зато успешно. Теперь, как оказалось, придется менять резинки, так как с этими резинками лампы не влезают в наш корпус. Поэтому придется менять на двойные резинки, которые стоят в поломанной лампе. Для этого разрежем длинный провод, вынимаем одинарные резинки, а двойные снимем путем надреза их сбоку. И потом в эти надрезы вставляем новые лампы. Так, первую вставили в корпус и теперь приступим к разборке второй лампы. Все повторяем так же. Срезаем скотч, сразу же отрезаем провод и достаем лампу и устанавливаем на второе место в резинках. Итак, вот у нас две лампы встали в старый корпус, выглядит это примерно вот так. Спаиваем назад два провода и будем тестировать. Припаяли, теперь давайте ее подключим и проверим, ничего ли мы не испортили при установке в новый корпус. Подключаем к такому блоку питания на два вывода и включаем питание. Отлично, лампы рабочие, значит можно их устанавливать в нашу подсветку. Разборку не видели, посмотрите сборку. Устанавливаем две лампы в черную рамку подсветки. Далее берем крышку, накрываем и защелкиваем аккуратно по кругу все защелки. Как видите, ничего сложного в этом нет. Далее берем матрицу и максимально аккуратно выставляем ее по краям. Еще раз скажу, максимально аккуратно. Я так не сделал, примерно поставил и надел рамку. Выровняли, далее закрываем железной рамкой. И она также вся на защелках. Сразу же скажу вам, если защелки не защелкаются легко, то не стоит их давить. Лучше снять и перепроверить, все ли на своих местах. А не давить все силой, как сделал это я. Дальше прикручиваем винты платы матрицы.
подсоединяем шлейф и приклеиваем назад двухсторонний скотч. Что же, пора проверить, насколько мы удачно все собрали. Для этого берем кронштейн с платами и подключаем все шлейфы и провода назад. Подсоединяем лампы и включаемся. И что мы видим? Это пи***ц. Оно лопнуто. Матрица повреждена. Это то, о чем я говорил. Неудивительно, когда даешь со всей силы, что может пойти что-то не так. Ну ладно, как есть, так есть. Главная цель ремонта была исправить подсветку. И мы ее починили. Давайте попробуем сдвинуть немного картинку. Вроде сдвинули, но до края это, конечно, не дошло. Часовидно не полностью. Ладно, оставим как есть. Может, где пригодится. Кстати, да, он пригодился. Он уже около года стоит у меня в цеху на работе. И работает отлично. За проделанную работу ставим лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана. И подписывайся на канал ArtBell Channel.